ковыряемся тут с фиатиком дизельным 1.6, но суть не в этом. Смотрите. Обычно у машин вот эта вот вещица, это крюк, чтобы тягать ее, лежит в багажнике, далеко где-то в запаске. Тут она просто в подкапотном пространстве. То есть производитель нам прям намекает, типа, дружище, тебе это будет нужно очень часто. Офигеть. Но я не прав. Да, так оно и есть.